Согласно действующего законодательства, у нас на сегодняшний день обязанность по подъему судна, по его дальнейшему содержанию, утилизации полностью лежат на собственнике. Администрация, то, что мы выходные делали, мы делали в рамках своих полномочий. Те мероприятия, которые были проведены за пятницу, субботу и воскресенье, не допущено разлива нефтепродуктов, то есть, соответственно, мы не допустили экологической ситуации. Вместе с тем, мы предлагали и предлагаем собственнику связаться с той или иной организацией, даем подсказываемые ему адреса, подсказываем ему варианты решения указанных проблем. К сожалению, на сегодняшний день он от нашей помощи отказывается. Затрачивать значительные суммы, которые необходимы в настоящее время, тоже отказывается. А как показала практика и наши попытки поднять судно теми средствами, которые имеются в резерве администрации, они не увенчались успехом. Нам необходима более тяжелая техника. Соответственно, это связано также с дополнительными затратами, как я уже и говорил, которые должен уже нести непосредственно собственник. Насколько я знаю, материалы переданы в Ярославль, Следственный комитет, который там находится. Они проводят доследственную проверку. В рамках этой доследственной проверки будут приняты какие-то решения, в том числе, конечно, они также заинтересованы в подъеме этого судна для того, чтобы понять причину. На сегодняшний день окончательного вывода, что послужило причиной аварии, не имеется.